Добро пожаловать на канал Hardcast Info. В данном видео я вам расскажу, как отключить наушники JBL Live 300 TVS от вашего Android устройства. Для этого заходим в меню настроек, выбираем приложение настройки и после этого подключенное устройство либо Bluetooth. И напротив ваших наушников выбираем на шестеренку и нажимаем отключить. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!